костел. А моего дома не видно, потому что он там дальше. Целую улицу пройти надо. Неужели? А, это утка такая большая, черная, интересно так. Что даже странно, что это утка. Вот выросли какие-то цветы, большое количество этих цветов. Вот что-то такие. Вот вроде не частяк, а хотя похоже, не знаю. Ну такие эти маленькие, я не знаю, что это такое. Оно везде на лугу. Оно вот даже распустилось вот этим местом. Наверное, уже и вот этим распустились, я не знаю, что это. А мы тут переходим, потому что не клюет. Кто-то здесь был. Это, кстати, тоже одно из наших старых мест. Это у нас десна. О! Или это течением просто? Течением. Жаль, хотелось бы, чтобы родины. Так. Дальше идем. Мы перешли на вот такое место, и один раз у меня клюнуло. И пол червяка съела. Мой поплавок. Что делаешь? Свалила. И чё, где я щипаю? Клюет. У нас клюдула. Клюдула, да-да-да-да-да-да. Давай это сделала. Ау! У нас микрокуль попался. Видали? Микро. О, какой ершистый. Ершистый. И окунь отправляется к своим приятелям. Окуню и плотки. Оп. Держи, держи. Скорее, держи. А! Держи. Штука вяленькая. Выше, выше. Быстрее держи. Вот это да! Вот это вы видели! Мы смотрели гигантскую щуку! Да! Ладно, ниже пускай! Опускай. Вот это класс! Хорошо, что ты перевел! Давай, кидай мне! Что, что у нас? Ну, крючок что? Давай! Что на крючок так? Держать надо. Вот кто, наверное, у меня клювал в прошлый раз. И она все-таки это сделала. Как чувствовала, что щука сегодня должна быть. Я ручка вот. Толстенький. Не хрена, да? Ну-ка, на кого? На кого? Ничего.